Привет всем! Я таки решился начаться влиться в большой новый проект под названием Дом 2. Несмотря на все события происходящие, ждать, собственно говоря, нечего. Лучше не будет, потому надо что-то делать. Сзади меня, как вы видите, уже начали мы разбирать дом. Мы сняли верхушку, сняли доски, и эти доски уже используем на черновой забор фасадный, пока он будет там. Из этого дела и веток, как говорят. Мы уже убрали практически все деревья, которые нам мешают. Помогли нам в этом соседи. Собственно говоря, они забрали себе дрова, а веточки они спалили. Из деревьев мы убрали также одну березу, из которой я качал первый раз в жизни сок самостоятельно. Ее было уже не жалко, так что мы ее хорошо продырявили много раз и забрали с нее все, что уже было, потому что в нее попала молния. Ей все равно уже, ее нужно было убирать. Мы решили вспахать землю, которую здесь никто не пахал много-много лет, наверное, около 30, и каким-то образом полезно это использовать. В прошлом году поставил вот такие вот столбы для того, чтобы сделать себе для пчел минимальное накрытие от солнца. У меня очень плохо перезимовали пчелы. 60% уликов у меня не перезимовали, полностью осыпались. Поэтому в этом году у меня будет активное отделение. И, собственно говоря, для этого я ими посеял здесь разные медоносы. У меня здесь, по-моему, 9 видов семян. Мы вставим потом кусочек. Должно быть очень интересно. Так, купил ваточник, эспарцет, горчица белая, козлятник, фацелия, бур, кук, вилла. Я не знаю, что это такое. Так, это называется, интересно, что это такое. Это донник, буркун, это донник. Синяк. Кориандр и конюшина червона. И в подарок нам дали зенит болотистый. Тут я впервые в жизни узнал, что такое сеять и как это. Ну, где-то, наверное, на втором ряду у меня уже более-менее начало нормально получаться. Я уже приловчился. Семена все разные, разного размера, разного веса, потому по-разному разлетались, но в любом случае я приловчился. И посеял все. Некоторые вещи, конечно, перемешались у меня там, но, в общем, получилось, я считаю, неплохо. Ну и через день у нас пошел дождик, это вообще просто отлично все. Мы соседям предложили забрать металл с крыши, они его с радостью забрали. Это вот текущий вид. Уже убраны деревья на участок, уже он более-менее чистый. Это уже ситуация после разбора крыши. Опять же, с помощью соседа я это дело все разобрал. И мы свалили это рядышком с домом. Достаточно неплохие куски там и столбов, и дерева остались. Успел перенести счетчик. Протянул провод для строителей. Ушло целых полбухты. Немножко я в шоке был от объема кабеля. Вторая береза уже убрана. А эту нужно еще чистить от болячек. Вот такой вот у нас был орех, большой, старый, но, к сожалению, на месте, там, где будет дом, пришлось его убрать в том числе. А это вот так постарались, поработали дети. Все, что можно было отломать и разбить, отломано и разбито. Я также уже нашел рабочих, которые будут делать забор нам. Сделали мы уже геодезию, это бурят первую скважину из двух. 12 метров я делал скважины, у нас река примерно в 10 метрах глубины, потому 12 должно быть достаточно для определения, где у нас, докуда поднимается вода. Грунты оказались такие себе, очень сильно много глины, начиная с 3 с чем-то метров. Такая она мокрая, влажная, но у нас было очень много дождей, почти месяц. На этих выходных у нас в плане снести наконец-то дом. Потому подписывайтесь, кому интересно. И всем пока.